Образцовая студия танца «Сет» отметила свой первый юбилей большим сольным концертом в Доме культуры поселка Афипский. Несмотря на длительный перерыв в работе из-за всемирной пандемии, 2021 год стал для студии очень насыщенным на события. «Сет» приняла участие во многих конкурсах, где достойно представила Северский район. Самым значимым достижением стала награда гран-при конкурса и специальный приз от одного из жюри шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Егора Дружинина. Также участники студии успешно защитили звание «Образцовый художественный коллектив». Отчетный концерт – яркая финальная точка. Полтора часа танцев, стрит-дэнс-шоу в режиме нон-стоп, огромное количество позитива и приятных воспоминаний. Танцевали все – и выпускники студии, и самые маленькие ее участники. Студия «Сет» показала всем, что их танцы – это красота и сила.